Это Клаудия, и она поможет нам с сегодняшней программой. Добро пожаловать в новый день. Встанем в исходную позицию и для начала высоко поднимем руки несколько раз. Некоторые из сегодняшних упражнений вы уже знаете. Поднимите руки над головой и глубоко вдохните. Забудьте обо всех ваших заботах. Получайте удовольствие от упражнений и постарайтесь расслабиться. Сейчас мы продолжим с вращением плеч. Не забывайте держать спину прямо. Поменяем направление. Вытяните обе руки и прогнитесь назад. Поднимите сцепленные руки за своей спиной. Повторите это упражнение еще раз. Для следующего упражнения очень важно держать бедра прямыми и ягодицы напряженными. Поднимите сцепленные руки на уровень плеч и поворачивайтесь как можно дальше влево, затем вправо. Теперь вытяните руки и поверните всю верхнюю часть тела. Теперь в другую сторону. Затем согните колени и наклоняйте сцепленные руки к полу. Теперь ничего не делайте. Дышите глубоко, и пусть земное притяжение притянет ваши руки к полу. Теперь выпрямьтесь и держите руки как можно выше. Теперь расслабьтесь. Далее нам понадобятся маты. Для начала расслабим мышцы ног. Поднимем руки вверх, затем наклонимся вперед. Наши ноги остаются расслабленными. Очень важно держать руки как можно выше.
Дышите глубоко и расслабьтесь душой и телом. Теперь поставьте руки на маты и займите позицию мостик. Дышите глубоко и ровно. Далее займем исходную позицию и повторим эту комбинацию еще раз. Затем переместите туловище вперед. Не перенапрягите свои мышцы. И опять в исходное положение. Теперь обопритесь о ваши руки и колени и опустите голову вниз. Расслабьтесь и повторите это упражнение несколько раз. Теперь выполним то же упражнение, делая упор на локти рук. А сейчас продолжим упражнение на вытянутых руках. Но не забывайте, не перестарайтесь. Отдохните. Лягте на мат и вытяните ноги. Согните одно колено, прижмите ногу рукой так, чтобы она коснулась ягодиц. Если вы ощущаете усталость в ногах, это упражнение поможет вам от нее избавиться. Затем повторим это упражнение с другой ногой. Thank you.
расслабьтесь. Как и в предыдущие дни, мы завершаем программу упражнениями для шеи. Займите удобное положение стоя и постарайтесь найти свой собственный ритм для этого комплекса упражнений. Начнем с полуоборотов. Поверните подбородок к одному плечу, затем к другому. Повторите упражнение. К другому плечу. Вернитесь в исходное положение и потяните шею в сторону. Теперь в другую. Продолжайте. Найдите свой собственный ритм. Медленно наклоните голову. Затем поднимите голову и повторите эти движения несколько раз. Продолжаем. Поверните голову в сторону и наклоните ее к плечу. Теперь в другом направлении. На сегодня это все. Расслабьтесь, отдохните, и мы с вами снова встретимся завтра.